Ребята, всем привет! Сегодня мы будем записывать новое видео на тему немножечко про ремонт. Надо рулевую тягу, там, когда я на шиномонтаже был, мне переобували резину, когда я менял шпильки, я заметил, что у меня люфт есть правого колеса. Соответственно, я посмотрел дальше и увидел, что люфтит это рулевой наконечник на с левой стороны. И сегодня мы будем их восстанавливать, ребята. Так и называется эта тема — восстановления рулевых наконечников. Так, ребят, ну в общем, собственно, приступаем к работе. Снимаем рулевую тягу. Смотрим, ребят, какая у нас беда бедовская. Вот, смотрим, видите, рулевой наконечник. Так, это я постараюсь выбить, чтобы забить новое. Вот, вот так вот он разбитый туда, видите. Так, а нижний, сейчас я нижний покажу. Оп, уже верхний. Так, верхний. Он хороший, но тоже, да, есть слабости. Посмотрим, ребят. Жалко, что они не шприцуются. Все, еще в мастерскую. Так, это у нас... Ты ее тоже грел? Конечно, как ты. Все, сейчас колотница. Поставим. А эти-то можно же, да, будет выбить? Мы их выбьем, чтоб я новые поставил. А это все, да, уже? Толотницу ставим с пыльничком и погнали. Вот такая будет новая толотница. Давай покажем. Смотрим, как она. Тут вообще прям... Я просмотрел, вообще клево. О, пошел. О, нифига там говна. Вот видишь. Это все пробить надо, да? Не, это этот. Тут смазка еще такая темная. А, темная? Блин, хоть трясти не будет на скорости. Вот именно 60-70 вот этот едешь период. И вот такая вот тряска идет. Думал резину поменял, нет. А потом смотрю, нифига там люфт. Колесо ходуном ходит. Не, здесь классно, здесь все свое и все есть. Ты что хочешь? Правда, ценник на газели дешевле, чем здесь. У тебя коммерческий, вернее, газель то коммерческий автомобиль. И это тоже коммерческий. Так, ребята, ну что, сейчас будем приступать к установке рулевой тяги. Все ее сделали. Вот так вот все чудненько, прекрасненько, она как новая. Вот. Уже остыла. Там каким-то способом ее делали. Вот, не успел я снять, потому что ездил в магазин за этими толотницами. Сейчас теперь ее можно будет смазывать. Все отлично, там точно так же. Вот она вот здесь должна стоять. Все сейчас на место, обратно и все. Погнали. Все, ребят, закончили мы ремонт. Все отлично, все идеально, все работает, все крутится. Так, вот она, новая тяга. Вот, видите. Так. Вот, все новенькое. Сейчас будет мазаться. Так, идем на ту сторону. Идем. Вот, видите.
Вот тоже все новенькое, все идеаль и в идеалочку. Все, ребят, спасибо, кто посмотрел это видео. Всем большой удачи. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Пока. И обязательно смотрите мои видео, куда я поеду и что я буду делать.